Банде Гуру Пададвандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджану Самайуктам Биндаванам Манохарам Ванша-калпатару-вешча-кипа-синдху-бевача Патитанам Павоне-бхавашна-вебхьо-намо-намаха Мукам Кароти-вачалам Пангунг-ланг-хайдагирим Ят-кипа-тамаханг-банде-парама-нанда-мадабам Бриндава-ви-тулси-деббай-пия-ви-кесава-сача Сна-бхакти-паде-деви-саттва-ваттвай-намо-намаха Нараяна-намаскритта-нарунчайва-нароттамам Девинг-сарасватинг-весам-тато-жайо-мудире Шанкиртане-кришна-катхопадеше Гаурия-патрасья-пракасанеча Садануракта-гуру-бхакти-юкта Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапад Бхавад Дипутам Банде Махапурушате Чарунар Виндам Ят Пада Паллавана Качанда Маничатая Бисфуриджитакимапикапабадушвадарши Пурнанураграсасагурасарамурти Сарадхикамахикада Киванкараши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рама, Рама, Харе, Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодату Шанкиртанай капитару камала йотакшу Вишам барау дижавару жугадхарма палау Банде жагат прияккару Каруна бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дадаси Ниттам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вивушихи Тавам Бхагам Нараяно Прияманаṅga Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джуша Вадане Лакшмириджаша Чавакшаши Ясьясте Хиде Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Кайено вача, манасо индия ирва,
Будхватманава унусрито сабхава Кароти жад жад сакалам парасмай Нараянаю самарпаета Каено вача манасиндия рва Будхватманава унусрито сабхава Кароти жад жад сакалам парасмай Нараянаю самарпаета Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Парамхамса Джагадгуру told Рупануга Бхаджан Чипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур сказал, что Рупануга Бхаджан это наша наивысшая цель. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамхамса Джагадгуру told Рупануга Бхаджан is our final target. Шрила Прабхупада сказал, что Рупануга Бхаджан – это наша наивысшая цель, но не сейчас в таком падшем состоянии. Это наша цель, но не сейчас. Много превратных пониманий под именем Рупануга, Рагануга Бхаджана возникает. И много раз я говорил, это обязанность ачарья. Это обязанность подлинного ачарьи защищать Сиддхантавани, Сиддхантавичара. Ачарон, они должны защищать и сохранять это. Много людей во Вриндаване и с той стороны реки, они думают, Моне нижо сиддо дехо корья бхавам. Вот, вот так вот эта концепция на бенгали звучит. Нартама Тхакур writing, in Chaitanya Charitamrita it was written. Читание Чайтамрите говорится. Нитто мане нижо сиддо дехо корья бхаван. You have to realize что мы должны осознать свою духовную форму внутри своего сердца и, соответственно, совершать баджан снаружи и внутри сердца. И Наротам Такур также говорит что-то похожее. И значение этого, если мы пытаемся понять, например, если мы не знаю, вайшнавскую философию, если мы будем пытаться перевести это, то что получится, значит, что в уме мы должны думать о своей Сиддхадехе и продолжая думать, также совершать служение во Вриндаване в уме, а как внешне, так и внутренне. Это такой перевод, без, просто такой словесный перевод, без философии, можно вот так понять. Если мы не знаем Гаудия философию, то переводится это вот так. И вот сахаджи так думают, что они гопи и совершают такое баджан, так называемое, даже такую гопи-сварупу можно купить за пару тысяч рупий, и все, кому не лень, продают ее. Гопи-манты раздают также. Но Шрила Прабхупад говорит, Шрила Кешав Госвами Махарадж, Шрила Бхактиванта Такур, они против этого. Так каким образом мы не можем совершать Рагануга Бхаджан? То, что хочет сказать Шрила Прабхупад. В относительно этого я хочу прояснить и показать. И вот Шрила Прабхупад говорит, один преданный и всем сердцем хотел совершать баджан, и он следовал своему Гурудеву
а следовать Гуру полностью, значит предаться лотосным стопам Гурудева умом, телом и речи полностью. Это тело, это не наше тело. Мы не можем наслаждаться этим телом. Это тело, это инструмент. И в соответствии с желанием Гурудева мы должны вести свою жизнь. И в начале всего мы должны предложить себя лотосным стопам Гурудева. И это ж лотос, который начал с 11-й песни. Очень важная шлока. By body, speech and mind, умом, телом и речью, разумом, все, что мы хотим делать, всеми нашими органами чувств, все, что мы делаем, все мы должны предлагать лотосным стопам Гурудева. В этой шлоке говорится, что лотосным стопам Нараяна предлагает, но мы о Кришне говорим, соответственно, предлагать это представителю Кришны. И как в Расалиле слово Вишну используется, но как вот в последней шлоке о Расалиле, там Вишну слово используется, но и вот с таким чувством, чтобы осознать, что это здесь, это Вишну, что Вишну — это вездесущий Господь. И любые мисконцепции, которые приходят в наше сердце о Бхагаване и о Гуру Вайшнавах, они могут разрушить нашу духовную жизнь. И поэтому здесь говорится, что мы должны очень осторожно. Шукадев Госвами говорит о Кришне, о Расалиле. И говорит о Вишну, чтобы дать вам представление, чтобы вы не могли совершить никакую ошибку, поскольку здесь упоминается Верховный Господь. И вот чтобы предложить себя лотосным стопам Гурудева, это проще, поскольку мы не знаем, где Бхагаван, мы не можем видеть его, где же этот Бхагаван. И поэтому обычная практика предлагать себя своим лотосным стопам Гурудева. Но как мы можем предложить себя лотосным стопам Кришны своим? Поэтому мы предлагаем все лотосным стопам Гурудева, который приходит как послание Кришны. И Шрила Прабхупад говорит, в процессе совершения вашего баджана вначале вы совершаете баджан на пути Видхимарга. Это должно быть, вы должны следовать Видхимаргу. Все правила и предписания мы должны следовать им. Видхимарг значит все наставления писания. Они контролируют нашу жизнь. И в процессе следования этому Видхимаргу, если вы следуете совершенным образом, то мы знаем, что наша Гурварга — это преданные Рагануги. И вот их высшая цель — показать нам ту самую высшую цель. Но они не могут показать, поскольку мы недостаточно зрелы, чтобы увидеть ее. И Шрила Прабхупад говорит, gradually you can step into
В процессе совершения вашего баджана вы можете постепенно войти на путь Рагануга Баджана. You can step into in course of your following, you know, Pidimal Bhajan, Pidimal Bhajan, today or tomorrow, surely, if you are sincere. И вот так, сегодня или завтра, если вы достаточно искренне обрели милость Гуру, вы сможете войти на путь Рагануга Баджана. И когда вы войдете на путь Рагануга Баджана в соответствии с вашим вкусом, вы можете развить силу вашего баджана. Шрила Прабхупада говорит, когда кто-то входит на путь Рагануга Баджана, то в этом случае, когда он совершает баджан, огромная любовь к Кришне возникает. И нет никаких... И нету чувства Айшварья Бхава, чувства благоговения перед Кришной нет. Они любят Кришну своим таким естественным образом, как в Раджавасе. И в этом случае Шрила Прабхупада говорит, когда преданные совершают баджан с полной концентрацией, под руководством Садгуру. Поскольку не следуя Рагануга Бхакти, вы не можете стать Раганугой. Пытайтесь понять это. Не следуя Рагануга Бхакти, никто не может стать Раганугой. Таков путь. Поскольку у них как можно сравнить с какой-то заразной болезнью, на санскрите зовется према-рога, болезнь премы в материальном мире. Также мы можем найти, что если кто-то любит кого-то, они развивают огромную любовь, огромное влечение материальное, но это любовь страсти. И вот эта страсть, она может заставить нас танцевать. Поскольку объект нашей любви, он заставляет нас думать об этом, какая-то и вот один английский этот поэт Пи-Би Шелли, он написал поэму в школе, вот в индийской изучают. И вот там описывается любовь, вот такая страстная любовь. И в материальном мире мы можем найти поэму Ромео и Джульетте или Нал Дамаянти. В Махабарате рассказывается про них. Если вы будете изучать, то можно подумать, что это пример идеальной любви. Или еще какие-то арабские такие сказки тоже могут. Но в этом материальном мире любые... Никакие любовные дела не могут быть идеалом. Какое-то осквернение должно быть там. Поскольку без такого осквернения, загрязнения материи, в этой материальном мире нет никакой любви. Эта любовь вся осквернена материей в той или иной степени, без корысти, мы не можем найти даже запаха такой чистой любви. Все это осквернено материей, поскольку это кунтха-моджа-год. Этот мир полон
полон беспокойства, а мир Вайкунти, он полностью лишен всяких беспокойств. И в тот мир, который мы должны достичь, оставив наше тело, этот мир зовется Апракрита Джагат. Там нет никаких беспокойств. И тот трансцендентный мир, он полон радости. Он Анандамой Джагат, и это зовется Вайкунтха Джагат, а этот мир, он Кунтхамой Джагат. Может, я знаю, муж может очень любить свою жену, но все же он оставляет что-то для себя. Он что-то скрывает. И это зовется, это нельзя сказать, что его любовь полностью является примером нишкападбавы. Нет, там есть какая-то корысть, она не является бескорыстной. В этом мире нельзя найти какую-то полностью бескорыстную любовь. Всегда какие-то сомнения, какие-то непонятные волнения, беспокойства. Поэтому в этом материальном мире мы не можем найти пример совершенной любви. И то количество совершенства, которое может быть в материальном мире, все же оно не является чистой любовью. А чистая любовь, она доступна только в трансцендентном мире. Даже те коровы во Вриндаване, они любят Кришну на 100%, хотя мы знаем, что они в Шантарасе находятся, но все же они любят Кришну. А здесь такого нет. И Шрила Прабхупад говорит, когда кто-то входит на путь Рагануга Бхаджана, то тогда в процессе совершения Харинама, первое, не забывайте, что его гурудев должен быть Рагануга Бхакты, совершенным преданным Сидда Махатма, достигшим совершенства. Если его гурудев следует Рагануга пути Рагануга Бхакти, искусственно, то все, что я говорю, это стандарт, мы должны понимать. Иногда я говорю это, но негативные вещи тоже мы должны понимать. Я, конечно, хочу их обсудить, но не всегда получается. Если кто-то говорит, что его гурудев следует Рагануга и Рупануга Бхакти, но некоторые следуют, но не в соответствии с правилами Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. То есть следуют, но совсем не точно. Пытайтесь понять, что следовать Рагануга Бхакти можно идеально в соответствии с учением Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Если кто-то следует как-то по-другому, то это же другая история. Парампуджипад Шрила Вамана Госвами Махарадж. И вот он говорил очень часто для нашего блага. Я никогда не говорил в своей жизни, что Вамана Госвами Махарадж мой брат Боги. Я никогда не говорил так. Я никогда не говорил, что Тирта Госвами Махарадж мой брат Боги или Туша Бхарати Махарадж мой брат Боги, и никогда не говорил такого. Я думаю, что мне мои гуру, и вот Ваман Госвами Махарадж очень часто говорил, мы должны помнить, что наш Рупануга Бхаджан — это следование нашей Гурварге, что мы под всей душой не понимаем, что такое Рупануга Бхаджан. И я понимаю, что мой Рупануга Бхаджан — это следовать моему Гурудеву, Парам Гурудеву и Парам Парам Гурудеву. Вот это я понимаю. Как можно вспомнить Валабхачарья, когда он хотел И вот он
когда он выразил неуважение к этому Шридас Госвамипаду, то Махапрабху ответил ему должным образом. И когда тот заявил, что он не принимает учение и комментарии Шридас Госвамипада, написал что-то новое, Махапрабху был очень гневен, что ты подобен жене, которая не слушается своего мужа, и такие женщины подобны проституткам. И вот Махапрабху сказал так, что те, кто не И таким образом Валабхачарья был наказан второй раз, когда Валабхачарья говорил, что я написал значение Кришна Намы. Махапрабху говорит, что я невежествен, я не понимаю, я понимаю, что такое Нандан Кришна, Ишуда Нандан Кришна. И вот Махапрабху сказал, что я понимаю только это, я не столь образован, и поэтому у меня нет права слушать какие-то другие объяснения Кришна Нама. Поскольку Махапрабху знает, что тот очень горд и имеет ложное эго. И Махапрабху хотел избежать его, Гуру Вайшнава Бхагаван. Они пытаются избежать людей, которые очень горды собой, имеют ложное эго. Все люди, тысячи людей, они... Можно наблюдать, что не все изучают философию, просто носят малые, носят тилыки, но это не учение Махапрабху. Так или иначе, когда-то я более подробно расскажу об этом, и вот тысячи людей могут прийти, но среди них кто заинтересован в том, чтобы совершать баджан вообще? И кто из них обретет, может обрести садгуру? И кто из них может развить огромную любовь к гуру и вайшнавам? Кто может исполнить те желания Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура? Сколько человек останется среди всех? И таких реально заинтересованных можем найти всего несколько. И вот качество и количество не могут быть вместе одновременно. Мы должны помнить, что качество и количество, они не могут одновременно находиться. Если мы будем идти на компромисс с качеством, то получим количество. Если будем идти на компромисс с количеством, то получим качество. То есть нужно выбрать либо качество, либо количество. И вот Рагануга преданных на весь мир очень мало. И мы должны помнить то, о чем я говорю. Те, кто настоящие Рагануга преданные, как Шрила Прабхупад, Сиддхартха Госвами Махарадж, они много раз из-за смирения говорили, что вы не совершаете джилан лилу, эту лилу качели. Но он, Сиддхартха Махарадж, отвечал, что у меня нет права, я опасная душа. У нас нет права обсуждать столь возвышенные лилы. Сиддхартха Махарадж не организовывал ни вот эти ни джилан-лилы, ни эти лилы на лодках.
И вот это наставление моего Гуру Махараджи было в том, чтобы не прыгать через какие-то ступени развития. Может, кто-то делает это, их дело. Мне Гурудев не велел такого делать. И вот у Шридхара Махараджи было такое смирение. И вот то, что говорил Шрила Прабхупад, не забывайте, помните об этом, Шрила Прабхупад говорил. Если такие преданные находятся в мире, перед которыми Гурудев может открыть свое сердце полностью, показать, что внутри его сердца, поскольку Садгуру, он никогда не может, он не скрывает ничего от своего подлинного ученика Садшиши. Садгуру никогда не может скрыть, не скрывает ничего от своего подлинного ученика Садшиши. И поэтому Бхагаватам говорится то, что сокровенный путь баджана, он может научить этому пути баджану, если мы достойны. Если мы посвятили себя Гурудеву. У нас должно быть чувство баджана, а не просто какие-то пустые слова. И поэтому Гуру Кишвара Бабаджи Махарадж говорил, мы не должны забывать этого. И вот он говорил, почему мы говорим, что Гуру Кишвара Бабаджи Махарадж лучше из ачарьи, хотя он ученику вроде внешне не принимал. Он Парамахамса Ачарья Варья, когда совершает джаякару, Парамахамса Ачарья Варья, поскольку он протестовал, возмущался разными способами. И вот он возмущался действием Сахаджи, мы не можем забыть. Однажды Гуру Кишвара Дас Бабаджи Махарадж говорит, сказал, кто-то пришел, спросил, откуда ты приехал, сказал, из Навадвипы, там Бхагавад-катха происходит на Гопи-гита. И Гуру Кишвара Дас Бабаджи Махарадж сказал, что не следует туда идти, как не следует, там хорошие лекции дают. И он сказал, что там не говорят Бхагавад-катху, не говорят Гопи-гиту, а говорят только про деньги, деньги, деньги. Их харикатха только ради получения денег, я отсюда слышу. А то место, где это происходило, нужно на 20 футов выкопать и выкинуть эту землю, заполнить новой глиной с Ганги, чтобы очистить это место. Если Рагануга Баджан был бы столь прост, то почему Бабаджи Махарадж говорил так? Это не так просто. Однажды Шрила Прабхупад говорит, я отправился туда, чтобы участвовать в Вайшнава Сабхе. И Гуру Кишвара Дас Бабаджи Махарадж с тремя
из трех палок бамбука построил какую-то структуру, замотал это рваной одеждой и сказал, что это Вайшнава Саба. This is my Prabhu, this is called Vaishnava Sabha. That means even one Vaishnava cannot be accommodated here in this pandal you are making. You are speaking Vaishnava Sabha. No, он имел в виду, что Вайшнава. То есть Вайшнава мало осталось, и нельзя назвать каждое собрание Вайшнава Сабхой, поскольку Вайшнава крайне мало. Very nice dhoti, like son-in-law, dhoti, and going to Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, what is this? Бабаджи Махарадж, what is this? Однажды Бабаджи Махарадж постригся в французском стиле, бороду постриг, одел какое-то новое дхоти и пошел к Бхактивинода Такуру. Бхактивинода Такура был удивлен. Now point is that, Bhopa speaking, in course of your bhajan, exact bhajan, suppose you are running his hand, not Шу шутка у него такая была у Гуру Кишода с Бабаджи Махараджа, что нужно, если мы находимся на пути отреченному укладе жизни, то и жить надо соответственно, а если не находимся, то не надо лицемерить и ходить в той одежде, которая достойна. И вот Бхактивинода Такур объясняет, что према, она подобна заразной болезни, любовь, огромная любовь, исходящая из сердца Бхактивинода Такура или Шрилы Прабхупады, она может войти в наше сердце. Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура говорят, такая любовь, когда из одного сердца она входит в другое, как с помощью служения. Шрила Бхактивинода Такура приводит пример, как два облака, когда соприкасаются вместе. И вот они так обмениваются энергией, и происходит гром и молния. Обмениваются зарядами, и так их заряд приходит в баланс в процессе вот этого грома и молнии. Сначала мы видим молнию, потом гром, а заряды этих облаков уравновешиваются. И таким же образом, если один искренне посвятивший себя душа служит Рупануга преданному, как Гуру Кишода Бабаджи Махарадж или Шрила Прабхупада или Бхактивинода Такур, то, несомненно, эта према, она придет и заразит нас. И на Бенгале это называется прама-рога, такая болезнь любви. Огромная любви, которая не может быть сравнена ни с каким объектом в этом материальном мире. Она доступна только в трансцендентном мире. И вот Шрила Прабхупад говорит сокровенные вещи. Шрила Прабхупад говорит, думая, то есть если мы будем представлять себя гопи и представлять духовное тело, но это совершенно не так, это не тот путь, иначе каждый может заявлять, что о себе как о гопи, это не так.
Это не авторитетно. И вот то, что говорит Шрила Прабхупад, в процессе нашего баджана мы должны быть искренни, мы должны быть вдохновлены на 100%, иметь огромную любовь к Кришне. И вот в процессе совершения Харинама Шрила Прабхупад говорит, в процессе совершения Харинама, поскольку Харинам, он может открыть путь перед нам. Только Харинам может открыть нам путь. Есть покрытие майя. И вот если это покрытие снять, то мы увидим, что и что в трансцендентном мире. И вот Шрила Прабхупад говорит, в процессе нашего совершения Харинама должным образом. Харинам значит Кришна. Подлинный Харинам значит Кришна. Кришна находится в Харинаме. Один ученик Шрилы Бхакти Вайбхава в Пури Госвами Махараджа. Он из Южной Индии. Из Брахмапура. Он уважает меня, не знаю почему. Я совершал чураси крош парикрама. Они поймали меня. Обычно сложно меня узнать. Я очень... Махараджа как бы так не выставляет себя на показ, но поймали его так или иначе. Встретили, пригласили куда-то. Я отказался, поскольку в грязной одежде был после парикрама. Но этот человек с таким уважением и любовью ко мне относился, что я вынужден был пойти с ними. И вот однажды я уже почти закончил Вриндаван парикраму, тут какой-то преданный из Девананда Гаудиматха поймал меня, сказал, что собрание нужно идти выступать. И вот когда я зашел на собрание, все начали смеяться. Постоянно. Но Махарадж такой был. Ну, в таком парикрамном виде, сколько весь день ходил на парикрам, там душу какой-то был, в грязи запачкался, соответственно. И что я хочу сказать. И Шрила Прабхупад говорит, в процессе совершения Харинама весь наш Рупануга Баджан, Рагунуга Баджан может быть успешен в процессе совершения Харинама должным образом. Наша сварупа может явиться внутри нас. Шрила Прабхупад говорит, ваша подлинная сварупа, Бхагаван может показать ее. И Шрила Прабхупад говорит, это полное объяснение, я не говорю ни о чем еще. Шрила Прабхупад говорит, в процессе повторения святых имен, если кто-то и вот в процессе совершения святых имен наше подлинное «Я» явится в нашем сердце. И вот Махарадж продолжает, вот в Варшане его куда-то привели на собрание. И вот там какой-то преданный сасама, он очень любил своего Гурудева. И Бабаджи Махараджа тоже, он домохозяин, он повторяет Харинам с вечера, с 10 вечера где-то, с 11, и так всю ночь. И вот он таким образом повторяет Харинам, и этот человек оставил тело недавно.
Если бы он не получал вкус Харинаму, как он мог бы так всю ночь повторить Харинам годы за годами? И что я хочу сказать? Шрила Прабхупад говорит, в процессе совершения подлинного Харинама, когда подлинный Харинам явится на нашем языке, и в этом случае очень просто мы сможем понять нашу сварупу, наш возраст и различные вещи. All like prescription of a doctor. A doctor prescribed, na? If you are doing hari now, gradually. Yes, ma. И так мы все поймем относительно нашего духовного тела в процессе воспевания святых имен. И вот. То есть это не значит, какие-то материальные идеи придут к нам. Нет, это будет духовное озарение. И Шрила Прабхупад говорит, они не совершают Рупануга Бхаджан. Если они совершали бы, то и это ответ Шрилы Прабхупады. Если бы кто-то действительно следовал, with this Gopi Sharu, he can go. He is actually there is human character inside. Actually, he is not ladies. Masculine character is there. So automatically, that mentally conceived that Gopi and he both can mix and do asasanga. Follow, Baba speaking. Try to understand. You are going to mentally conceive your Sarup, na Gopi, that beautiful lady. And you are with a masculine character. You are going to do asasana. Baba speaking. This way. Шрила Прабхупад говорит, что если бы можно было бы так просто думать о себе как о гопи, то ничего хорошего не получилось. А если бы и получилось, то кто, такие люди, думающие о себе как о гопи, то, но при том, что у них есть мужское эго, то получалось бы асасанга, ничего иного. Шриман Махапрабху, кто пришел, чтобы научить нас Рупануга Бхакти, Рагануга Бхакти, нас не таким дешевым образом, как которому мы следуем. Махапрабху, несомненно, пришел. Шрила Прабхупад говорит, Рупануга Бхаджан – это наша цель. Это так. Я не отрицаю это, но не в этом обусловленном состоянии. Много раз я говорил, публиковал, переводил статьи на эту тему. Мы не можем ожидать, что среди тысяч людей в мире мы можем найти всего лишь нескольких, кто может совершать подлинный баджан. И потом вопрос с Рагануга или Рупануга баджана может прийти. Если кто-то следует таким образом, наш Садхананда с вами говорит, если кто-то думает так, Рупануга или Рагануга Бхаджан дешевым образом, Садхананда с вами говорит, что такие люди лишены Гуру Крипы. Если есть какой-то гуру крипа, то они не могут думать так. Садхананда с вами говорит так же, как Шрила Прабхупад. И мы должны уделять внимание ачарану Гауди Матха. Мы должны следовать Шриле Прабхупаде и Бхактисиддханте Такуру. Почему? Поскольку Шрила Прабхупад и Бхактисиддханте Такуру, они следуют
Гуранги Махапрабху полностью, если мы хотим обрести их полное учение, то мы должны следовать Бхактивинода Тхакура и Шриле Прабхупаде, нет другого пути. Я не могу обманывать вас. Если вы не следуете, тоже ваши дела. И суть в том, Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад говорят так, что мы должны совершать Рагануга Бхаджан. И наш Саддхананда с вами говорит, что если мы следуем то есть кто-то манипулирует вот путем Рагануга Бхаджана, то никакого блага не получит. Сейчас я хочу рассказать о Раса Лиле под руководством Шрилы Прабхупады и Кешава Госвами Махараджа, и тогда я смогу доказать, что с этим материальным умом и сердцем у нас нет права совершать Рупануга, Рагануга Бхаджан. Если бы каждый мог совершать Рагануга Бхаджан, то почему? Тогда Махапрабху сказал о Рай Рамананде такие слова. Махапрабху сказал, что мы следуем Махапрабху. И если мы следуем Махапрабху должным совершенным образом, тогда мы поймем, что такое Рагануга Бхаджан. Но сахаджи этого не понимают. Мы должны следовать Махапрабху, поскольку говорится здесь в киртанах. Почему Махапрабху явился? Почему Махапрабху явился, чтобы показать нам путь? Чтобы показать сокровенный путь бхаджана Гопи Бхаву всем своим чистым преданным вокруг. Ниджа Бхаджана Мудрам, что Махапрабху делает, когда, как. И Махапрабху говорит, делает разные вещи. Но как мы можем понять, что здесь зачем? Но Рай Рамананда и Сварупа Махашой они поняли. И вот Махапрабху сказал такие слова о Рай Рамананде, только Рай Рамананда. У него есть это право. Я хочу прояснить эти слова. Мы можем вспомнить, когда Махапрабху отправился в Южную Индию, то в то время он встретился с Рай Раманандой. И вот Рай Рамананда Самбад, по милости Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, он был опубликован около 12 лет назад, когда я вернулся из Вриндавана. И перевод мы тоже перевели, но нужно отредактировать его, вскоре опубликуем. Великолепная книга, если вы изучите Рай Рамананда Самбад, вы будете удивлены. И на основе этого я говорил о Рай Рамананде, о Рай Рамананда Самбаде вот в картик. И вот я хочу прояснить, когда Махапрабху встретился с Рай Махашоем, то тогда это было особое собрание. И Рай Рамананда Самбад, все это обсуждение Рай Рамананды и Махапрабху случилось, это было уникальное.
Мой Гопат Падмасила Бхактипрамодпури Госвами Махарадж очень часто говорил: о, мои дети, если кто-то не может понять Санатан Сикшу, учение Санатана, его баджан будет разрушен. Если кто-то не понимает Рупа Сикшу, Санатана Сикшу и Рэрманада Савату, такие люди не могут совершать баджан. Гурупад Падма очень часто говорил об этом. Если они не понимают этого, то что за Гауди Баджан они совершают? Это не так просто. Вначале всего мы должны избавиться от телесной концепции. Это препятствие наш ум, тело. Это препятствие на пути баджана. Наши телесные концепции. Бхагаван, он дает нам все возможности двигаться дальше. И с Рай Раманандой. И вот они обсуждали философию на берегу Годавари, и Махапрабху специально он хотел обсудить все это, чтобы прояснить все пути, все шаги на пути баджана. И в тот день я сказал, как Сахаджи, если вы хотите имитировать Махапрабху и говорить: о, рай — это что-то внешнее, давай что-то дальше, глубже. Мы не должны так делать, как Махапрабху говорит. Это внешнее. Мог бы ты ли сказать что-то лучше, но у нас нет права имитировать. Наша... Из-за всяких людей, которые ничего не делают, а занимаются имитацией, так мало кто хочет слушать о славе Рагунога Баджана. И таким образом, в тот день я говорил, что абсолютная истина не может быть столь популярна, и Рай Рамананда Самвата, он очень важен. С помощью Рай Рамананда Самвата Махапрабху специально он хотел открыть мистерию баджана, чтобы мы смогли определить свое собственное положение. Перед тем, как совершить баджа, нужно определить, в каком положении мы находимся. Перед тем, как совершать баджан, мы должны осознать, в каком положении мы находимся. Если мы не поймем, где мы находимся, то как можем понять, какую сторону нам идти, куда двигаться? Как если самолет упадет куда-то, и кто-то спасется на парашютах, то и упадет какой-то лес, то там никого нету, как понять, куда, в какую сторону идти, куда мы упали и так далее. Если такого человека даже нет компаса, то как он узнает, куда попал? Если вы не понимаете своего положения, куда и как идти, то это дальше можно определить. Но вначале нужно определить, где мы находимся. Где мы живем, не столь важно. Нужно духовное положение определить, наш духовный вес.
не осознав наше духовное положение, куда мы можем идти. Нужно понять свое место на духовном пути. И вот Рай Махашой говорит: «О Прабху, вы находитесь на моем языке, вы слушаете, говорите через меня». Рай Махашой говорит, что несмотря на то, что я сижу перед вами, я чувствую, что вы спрашиваете и сами отвечаете через меня. И Махапрабху, он с огромным вдохновением сказал, что ты должен прийти в Нилачалдам. Мы можем находиться вместе и слушать, так, обсуждать Харикатху. Когда Рай Махашой сказал Прабху, если вы пришли исправить меня, Рай Рамананда из-за смирения говорит Махапрабху: «О Прабху, если вы пришли, чтобы исправить меня, вы должны хотя бы 10 дней оставаться здесь». Махапрабху сказал: 10 дней? Что 10 дней? Всю жизнь я хочу находиться рядом с тобой. I'm going to complete my South Indian trip. Very quickly I can come back and you come. И вот Махапрабху пригласил его в Нилачал. Сказал, что закончит южноиндийскую парикраму и вернется в Пури. И Махапрабху и Рай Махашай, они слушали, радовались той Харикатхе, которую не обсуждают. Я говорил уже раньше, что не обсуждали Лилу Махараджа, Прахлад Махараджа, как Махапрабху дал нам пример с Гададхаром Пандитом. Он многократно слушал эти лилы, а с Рамананда из Сварупа Дамодары он обсуждал внутри Гамбхиры. Он обсуждал сокровенные вещи. Материальные люди не могут этого понять, и поэтому он обсуждал это внутри Гамбхиры. И в Чайтанье Чаритамрите говорится, можно запомнить вот эти слова. И вот здесь говорится, что Махапрабху, что внешне он совершал нам санкиртан, а внутренне вместе со своими близкими спутниками он обсуждал Расалилу сокровенно. С Рай Рамананда и Сварупа Дамодаром он обсуждал этот Раса Свадан. Когда Махапрабху, он так вкушал вкус Кришна Баджана в обсуждении Харикатхи о Расалиле, то он это совершал с несколькими близкими преданными, а прилюдно он совершал санкиртану, воспевание святых имен. Бахиранга, значит, когда присутствовало много преданных, посторонних людей, Махапрабху совершал нам санкиртан. И даже говорится в Чайтанье Чаритамрите, и в Чайтанье Чаритамрите говорится, например, Махапрабху, когда он, в нем являлась Радхабава,
или Гопи Баба, иногда она проявлялась так, что он не мог сдержаться. В Чайтанья-чаритамрите говорится, я могу показать конкретные места, где это описывается, и там говорится, что, видя внешнее, и видя таких посторонних людей, Махапрабху, он сдерживал свою бхаву. Bahiranga dekhi Prabhu koilo bhav samvaran. Samvaran means wanted to check himself. Prabhupada also. И Шрила Прабхупада также вел себя на берегу Радхаконды, Кунджи Бихари. Он говорил Харикатху, и внезапно он произнес имя Радхарани. В процессе Харикатхи Шрила Прабхупада почувствовал, что, что Сатва Викхари является в его теле, и вот он пытался всячески сдержаться и перевел тему. И перед обычными людьми это запрещено являть какие-то признаки божественного экстаза, как в этой шлоке говорится. Эту шлоку я объясню под руководством Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Но следующую харикатху я объясню ее. И вот даже в уме мы не можем имитировать. Много вещей говорится там, но времени мало, я хочу сказать что-то еще. И о Рай Махашаре. Сейчас мой вопрос в том, Махапрабху был настолько строг, что даже Чхота Харидас, маленький Харидас, он вроде ничего плохого не сделал, только в уме что-то подумал. Где-то из-за какого-то дисбаланса и Махапрабху, пребывая в каждом сердце, он знал, что внешне Чхота Харидас ничего плохого не сделал. Но в уме, но поскольку Махапрабху пребывает в каждом сердце, он понял, что Чхота Харидас потерял свой баланс, почувствовал влечение какой-то молодой женщине. И вот Махапрабху позвал Говинду и сказал, что маленького Харидаса к нему не пускать. Все были удивлены. Махапрабху сказал, что не спрашивать, почему. Сказал, не пускать, значит, не пускать. Махапрабху очень строг. Когда Гуранга Махапрабху, он танцевал здесь, в Махалакшми Бхаве, в Чандрашикарачари Бхаване. Махапрабху сказал, что те, кто не могут контролировать свои органы чувств, они не допущены созерцать эту лилу. И тогда Адвайта Гасайи Шринивасачарья, они подумали, что мы недостойны, не пойдем. Махапрабху сказал очень... И вот Адвайта Гасайи сказал, что я тоже, мне тоже нельзя, и Гададхара Пандит тоже подумал, смотрите, Адвайта Гасайи Махавишну говорит так, что у него нет контроля над своими органами чувств, он домохозяин. И Адвайта Гасайи сказал,
все преданности вас, пандиты, также сказал, что я домохозяин, нет, не могу контролировать свое время чувства. Махапрабху засмеялся. Если вас не, вам нельзя, то кому же можно? Это мое желание, чтобы вы созерцали эту драму. Я благословляю всех. Махапрабху говорит, я благословляю всех тех, кто присутствует. Здесь они не будут чувствовать вожделения. Это мое благословение. Те, кто будут созерцать эту драму, они не будут чувствовать никакого вожделения. Что я хочу сказать, Махапрабху настолько строг, что Махапрабху даже наказал такого Кала Кришнадаса, Чота Харидаса. И Махапрабху говорил, даже был настолько строг, что говорил, что от тех, кто не повторяет лак харинама, я не могу даже воду принимать. И вот Махапрабху, он сказал, через намбаджан мы можем понять все это. И Махапрабху говорит, что только у Рамананда есть такая сила. Перед женщинами Рай Махаши может находиться без всякого вожделения, без всякого... То есть этот Рай Рамананда, он тренировал, мыл, делал массаж, учил танцевать этих девочек, которые танцуют для Джаганатха. Несмотря на то, что он все делал, он не испытывал ни капли вожделения к ним. So if they don't understand the Baba, because in dancing and singing, very especially I'm thinking about Indian song, not outside. They are following Nataraj. Вот в индийских этих песнях и музыке они следуют Натараджу. Это в Ведах описывается. Различные эти. Но вот сангит, они имеют связь с ведами. Если где-то ошибиться, то гармония пропадает. И вот с утра в 4 нужно петь вот одним образом, вот утренним, в 8 нужно таким другим образом петь. Ну, в общем, каждый киртан под определенную мелодию должен петься. И таким образом, время от времени менять эти мелодии в соответствии с временем дня, временем суток. Кришна, когда идет пасти коров, нужно петь одним в одном настроении, когда Кришна возвращается, в другом. И таким образом нужно поддерживать все правила, предписания в соответствии с пением. И вот Рай Махаши, он тренировал этих девочек, чтобы они достойно пили, танцевали. Им было около там, с 15 до 20, и всем. И вот он один с ними находился и тренировал их петь, танцевать. Он одевал их, мыл их. Impossible?
но при этом не испытывал ни капли вожделения. И вот один преданный, Прадьюмна Мишра, я это все попытаюсь объяснить. Сначала я говорил о предваряющих вещах. И поскольку без предваряющих вещей я не должен говорить харикатхи, чтобы мы поняли все правильно. И вот однажды Прадьюмна Мишра, один преданный сарисы, попросил Махапрабху: «О Прабху, я хочу услышать харикатху от вас». И Махапрабху сказал, что я не знаю харикатхи. Я слушаю от Рай Махаша Рай Рамананды, но его сейчас нету, он в своей деревне. Я был там в доме Рай Махаша, принимал просад. Я очень удачлив, что это было лет 20 назад. Я видел дом Рай Махаша, принимали просад там и так иначе. И вот. И я отправился туда, в эту деревню, и Махапрабху сказал: «О, Рай Махаша, нет, он скоро будет». Махапрабху сказал, что я не могу говорить харикатху, вот иди к Рай Махаша и слушай от него. Что иди к нему домой, вот я досиди, и пускай он тебе там говорит. И Прадьюмна Мишра пошел в дом Махаша, где-то в деревне было километров 10 оттуда. И после этого дверь закрыта была, он постучал, никто не открыл. Вот он слугу спросил, где Рай Махаша, я хочу встретиться с ним. Но тот занят был, внутри не мог открыть. Спросил, чем занимается, ты сказал, что ну, там девочек тренируют, кормят, переодевают, танцевать учат и прочее. И тот с таким отвращением ушел. Махапрабху понял его сердце. И вечером тот, когда пришел к Махапрабху, Махапрабху все знал. И Махапрабху спросил, был ли там в доме Рай Махаша, как я сказал, слушал ли харикатху от него. Тот сказал, что так промычал что-то, но Махапрабху сказал, что ты понял его превратно, даже я саньяси. У меня нет такого контроля своих чувств, как у него. Вот на бенгале там говорится, что я саньяси. Люди думают, что я нахожусь в отречении и плоде жизни, но все же у меня нет такого контроля органов чувств, как имеет Рай Рамананда. И этот Махапрабху сказал, что этот Махапрабху, который столь строг относительно всех принципов, Махапрабху очень строг. Если Рай Махаша бы совершил какую-то ошибку, Махапрабху наказал его. Если кто-то в уме думает, смотрите, если даже кто-то в уме желал близости к женщинам, то Махапрабху наказал такого человека. Или вообще кто-то думал, о женщинах тоже, вот Махапрабху так наказывал. А вот в Пуре однажды, во время Радха-ятры,
Махапрабху стоял около колонны, и тут какая-то женщина хотела увидеть Джаганнатха, она забралась на Махапрабху, наступила, встала на его плечи, держась колонну, смотрела на Джаганнатха. Все начали возмущаться, как что ты смеешь? На Махапрабху наступила, на него забралась, и Махапрабху сказал, что не беспокойтесь, пускай стоит. Какую любовь, какое влечение к Джаганнатху, у меня такого нет, какое есть у нее. И что Махапрабху хотел сказать, если у вас есть влечение к Кришне, то ваше тело становится трансцендентным. И тогда и вот он уже такую вот эту женщину не видел как женщину, видел как душу, которая стремится к Кришне, к Джаганнатху. Если она прикоснулась к Махапрабху, наступила на него, не значит, что Махапрабху потерял сандьясу. Но смотри, ну вот еще случай, когда кто-то пел Гита Говинду, Махапрабху устремился туда, хотел обнять того, кто поет такую прекрасную Гита Говинду, но Говинда бежал за ним и кричал: «О, Прабху, эта женщина поет, остановитесь, куда бежите?» И Махапрабху, когда услышал это, он сразу остановился. И вот он сказал Говинде: «О, Говинда, ты спас меня, я собирался обнять того, кто поет, а такая женщина, ты спас мою саньясу». О, Говинда, будь всегда защищай меня. Но то же самое Махапрабху в храме Джаганнатха, он сказал, пускай она стоит на мне и смотрит на Джаганнатха. Такого влечения даже у меня нету. И Махапрабху дал урок Рамананде этому, точнее, Прадюмна Мишри. Если бы Махапрабху бы не открыл эту мистерию Рамананды, то Прадюмна бы совершил оскорбление и деградировал. Но Махапрабху сказал, что я саньяси, и то не смотрю ни на какие женщины, поскольку чувствую вожделение, но Рай Махашой, он лучше, чем я, смотри. Несмотря на то, что он занят разными делами с этими девочками, но он не имеет ни капли вожделения, только Рай Рамананда имеет такую силу. И вот он учит их танцевать в соответствии с наставлением вед. И вот Махапрабху учит нас. Рай Рамананда только. Вот только у Рай Рамананда есть такая сила. Даже у меня нет ее. И вот мы знаем, что Рай Рамананда, он трансцендентное тело имеет. Материальное тело может иметь, чувствовать какие-то реакции. Я вернусь назад в более глубоко. И вот все души дживы, они шакти татва. Но кто-то думает о себе как о женщине, о женщине, кто-то о мужчине. Но все это шакти татва. В трансцендентном мире наша Гурварга
слушать Бхагавану. И вот я могу доказать, показать то, что в соответствии с нашей кармой, кто-то родился в Бразилии, кто-то где-то в какой-то России, Италии или еще где-нибудь. И в соответствии с вашим баджаном мы должны продвигаться дальше. Мы должны не столь важно, где мы родились, главное, как мы можем совершать баджан. Если мы совершаем баджан, то это хорошо. И вот это зовется, это весь мир подобен театру. Мы каждый играет свою роль, кто-то роль женщины, кто-то роль мужчины, будучи духовной душой. Somebody playing role as foolish, somebody rolling, you know, rolling the play of a king, servant, different according to karma fall. Follow. Suppose you were sent to make one Brahma. Try to understand. Suppose you are sent to play a drama somewhere. You are supposed to play drama. You are playing drama, but you are feeling attraction for the hero. You are playing the role of hero. Кто-то вот играет в театре и привлекается к своему партнеру, с которым играет какую-то роль, но это не совсем правильно, поскольку должны играть свою роль. И когда закончили, разошлись и своими делами занимаются. А если кто-то влюбляется в процессе в каких-то актеров в том же театре, то это, ну, поскольку такое театр все на показ делается, то кто-то просто играет роль какого-то героя в этой драме. И все. Такое же случилось с Пуруравой. И с многими случается так. Если мы сможем понять, как Кунти Деви, что это театр, драма какая-то происходит, как Кунти говорит. И вот Рай Махаши. Он лучший из расиков, он вечный спутник Махапрабху. Наш Кави Карнапур говорит, он Лалита Сакхи. Наш Кави Карнапур говорит, что он Лалита Сакхи, и таким образом мы должны понять, то, что стандарт нашего баджана. Мы не должны быть сахаджиями. Что мы должны достичь, чего достичь. И так, если мы сможем понять, то мы не будем следовать никаким сахаджийским путям. Мы должны понять, куда нам следовать, как следовать. Если нет цели в нашей жизни, как мы можем чего-то достичь, это не столь важно. Мы родились в Германии или еще где-нибудь. Это не столь важно. Тот, кто совершает баджан, они достигают успеха. И таким образом Рай Махаши о Рай Рамананде, если я буду говорить, это будет бесконечная тема, но я хочу задеть несколько тем, чтобы мы поняли значимость Гаудия Баджана. 24 года Махапрабху находился в Навадвипе, а остальные 24 года он принял саньясу и ушел из Навадвипа. Таким образом, 6 лет он путешествовал по всей Индии. И вот саньясу. Rest of the time,
И Махапрабху являлся своей лилой с преданными, совершал санкиртана ягью. И Я последние 12 лет он не являл такую разные бавы. Иногда Рада Бава, иногда Манджари Бава, иногда еще какую-то Бава. Это невозможно описать никакой философии его чувства. И с Рай Махашоем день за днем Рай Махашоем испытал Випраламба Бхаву, чувство величайшей разлуки, и внутри Гамбхиры, внутри этого, в этой Гамбхиры, это очень там маленькая комната, Махапрабху очень большой был, как он туда влез вообще. Ну, это совсем небольшая комната. Исай Рамананда и Сарупа Мадхава день и ночь они обсуждали Кришна Лилу. Если раса Махапрабху не сумасшедший, если бы раса была так свободно доступна всем, то... То Махапрабху не мог бы дать нам такой пример. Шрила Прабхупад Бхактивинода Такура, кто нет, все говорят. Но мы не можем им следовать из-за каких-то корыстных желаний. И главная проблема в том, что желание практически какое-то у нас есть. Если это желание пратишти оскверняет наше сердце, то мы не можем говорить харикатху. Если все эти нежелательные качества, желание славы, почести, они уйдут из жизни преданного, то тогда такой человек может говорить харикатху, иначе он будет только делать что-то на показ. Харикатха — это не то, что делать на показ. Если какое-то малейшее желание пратишти, то такой человек не может говорить харикатху. Перед тем, как говорить харикатху, нужно осознать, кто говорит харикатху. Гуру Варга, Бхагаван. Чтобы говорить харикатху, нужно понять, что мы инструмент в руках Бхагавана. В киртанах Шрила Бхактивинода Такура пишет. И вот я могу пить нектар Амрито. И вот Шрила Бхактивинода Такура говорит: «О, Бхагаван, позволь мне пить нектар твоей харикатхи». И после этого, когда я полностью напьюсь этим нектаром, то тогда я буду пьян под действием этой харикатхи. И такая ситуация может прийти в нашу жизнь, когда мы будем наполнены, буквально пьяны харикатхой. Такое чувство прямо, оно полностью захватит наше сердце, и там не останется никакого места для какой-то корысти. That you can look at them, they're like not normal man, abnormal. They are speaking, they are doing, or abnormal. Follow. So Mahaprabhu used to enjoy this, you know, secret tattva vijnan, loveful, you know, brajaras. Brajaras used to enjoy inside Gambhira temple. Only Raya Ramananda Sarva Madhava. Nobody allowed.
И вот только Рамананда с Дамодара, то есть вот только они были допущены, чтобы только с ними и Сварупа Госвами, они только они были допущены к обсуждению всех этих сокровенных рас. Рамананда Сварупа Дамодара и вот Махапрабху говорит, когда Рай Махашу говорит Харикатху, и Сварупа Дамодара поет, Махапрабху, он с закрытыми глазами слушает и плачет. Настолько прекрасны эти чувства. У Рай Махашу в то время, какая баба Радхарани была? О, Рай Махашу, ты хочешь прочесть о ней, и ты хочешь показать мне. И Рамананда взял зеркало и показал Махапрабху, смотри, вот она, Рада Бхава. И Махапрабху сказал, ты смеешься, ты шутишь надо мной, я лучше уйду. И тот сказал, что сказать еще, твоя Бхава это Рада Бхава, ты перед Саньяси принес зеркало, а Саньяси нельзя смотреть в зеркало. И Махапрабху, он слушал Кришна Карнамриту, Видьяпати, Баручандидас, такие сокровенные вещи. Он обсуждал их с ними. Рай Махашой, он говорил Харикатху. Однажды ночью, в полночь, они еще обсуждали Харикатху, и Говинда, слуга Махапрабху, разгневался. Что вы там говорите, почему Махапрабху постоянно плачет? Могли бы сказать что-то получше, чтобы он смеялся. Говинда, он был просто человек и не понимал ничего. Он думал только о служении Махапрабху. И вот они сказали, что Говинда гневается, мы уходим, завтра утром продолжим, отдыхайте. И Махапрабху спросил, отдыхать, что такое отдых? Если вы уйдете, то я сойду с ума. Вчера вы ушли, оставив меня. Я искал Кришну. Я ударился головой о стену, и я пытался найти ворота, чтобы выйти и найти Кришну. И иногда ударился о стену. Такая лила была. Тело Кришны, оно не состоит из крови и плоти, просто чтобы одурачить нас, так внешне выглядит. И в итоге Махапрабху как-то убежал все-таки, несмотря на несколько закрытых дверей. Было три двери закрытых на ключ. И мы должны понять, кто такой Рай Рамананда из Сварупа Дамодара. Если мы осознаем это всем сердцем, кто мы? Внешние какие-то отождествления мы должны забыть.
Gopi Bhartur Padakamalayal Dasa Dasan Dasa. Mahaprabhu giving hided. You are not man, you are not woman. Махапрабху сказал, что мы не мужчины, не женщины, не старые, не молодые. Мы не должны думать об этом. Мы должны думать, что мы слуги Кришны. Это наше вечное Я. Мы должны понять, кто такой Гуранга Махапрабху. И в тот момент, когда мы прекратим думать о Махапрабху, то материальный поток мыслей захлестнет нас. В тот момент, когда мы прекратим думать о Гуру Вайшнава Бхагаване и Харикатхе, то материальные мысли не осквернят наше сердце. Мы должны помнить и о Рай Рамананде. Мы молимся, чтобы обрести милость от Рай Махашоя. Я не знаю, в какой жизни мы сможем достичь его лотосных стоп. И Сваруп Дамодара, Гуранги Махапрабху, поскольку это он Лалита Сакхи. Бхактивинода Тхакур говорит о себе. Вот такими словами он говорит. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о себе, что я бесполезная служанка Лалита Сакхи. Рупануга Баджан, Драгануга Баджан — это для кого? Он также для нас, но мы должны стать достойными вначале. So go on thinking. Don't waste your time. You can see the will and do harinam. Watch this will. You know, Jogopit? Do harinam. Very shortly, Mahaprabhu can arrange something.